Итак, полетели. Привет. Что, соскучились? Да, уже надеялись, не будет меня. А нет, вот он я. Сделаем распаковочку. Опа! Что это у нас? А это у нас черный ящик. Что в черном ящике? Никто не знает. Откроем каким-нибудь пинцетом, потому что я не готовился, как обычно. Новый курс. Так, чтобы вы видели. Короче, посылка пришла от магазина Nice Price. Доставили за сутки. Я ждал с Китая долго и нудно. Но в связи с общими движениями, к сожалению, Китай работает плохо. Ссылку на магазин оставлю вам. Это не реклама, я купил его за свои бабки. Мне не сильно важно, как оно работает, потому что в случае чего переделается, на что есть планы, все тоже покажем. А это у нас микрофончик. Что у нас внутри? Давайте посмотрим. Чек, гарантия, боже мой, кто-то в нее верит, не знаю. Есть у нас поп-фильтр. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. Хотя бы, если честно, микрофон покупался из-за пантографа и корпуса. Вот он. Чулок довольно плотный. Там 60 дена, а может быть даже 100. Изи прозрачный, на гибкой шляпе. Хорошо. Бумага. Бумага на английском языке. I don't know. Здесь у нас держатель на летающей подвеске. Короче, вибраций быть не должно. С регулировками разными. Хорошо, поехали дальше. Дальше что у нас? У нас шнур, который мог бы быть длиннее, если честно. Да, но есть какой есть. Единственное, что вселяет надежду, это то, что он USB. USB, значит, может быть, есть поролоновая такая шляпа помятая, упаковка так себе. Крепление, которое, надеюсь, справится со своей задачей закрепить где-нибудь это на столе. Пантограф маловатый, собственно, из-за чего в основном оно и покупалось. Но если найти ему место где-то поближе. Да, что-то я надеялся, что он будет больше, но ладно, какой есть. Все регулируется. Весит он ничего не весит. Это какой-то алюминиевый сплав 100%, так что, ребята, пока не так. И сам микрофон. А сам микрофон больше, чем я ожидал немножко. Не с очень большим капсулем, но надеюсь, видно провода. Но посмотрим, как он будет работать. Если он будет работать дерьмово, то мы переделаем его, и это будет интересно. А если будет работать сносно, то будем пользоваться. Не знаю, как ты думаешь, что это будет? Будет ли он работать сносно? Так, короче, коробка есть, которую надо выбросить. Ну и, собственно, сейчас я соберу и посмотрим, как он работает. И отличается звук от того, что там, и тот, который будет здесь. Вот, здесь. Ну, без разницы, короче, вы поняли. На этом. Поехали.
Итак, начнем с минусов данного движения. Я свет не включаю, нету никакого смысла, и так все понятно будет. Вот резьбы. Резьбы не проклеенные. Когда воротишь поп-фильтр, он откручивается. Резьбы надо проклеить. Небольшая проблема. Вторая проблема. Нету ни одной стяжки для прокладки проводов. Ну, стяжки можно найти на рынке, в строительном не суть важно, но тем не менее могли бы они быть. Напоминаю я про минусы микрофона, а не фирмы, которая подогнала. Это Nice Price, ссылочка в описании. Вот так, вот будет интересней. И струбцина. Струбцина требует доработки, надо на резьбу припаять гайку, я вам сейчас не покажу, буду припаивать. Может быть, в следующем ролике, и она станет нормальной. За гайкой просто еще надо сгонять на рынок куда-то, а мы сейчас не на рынке. Так что как-то такая вот история. В принципе, все остальное, пантограф коротковатый, но он стандартный для таких микрофонов, я так понял. Звук. Звук по фильтрам надо было подтянуть для начала. Не знаю, можно даже показать. Давайте покажем. Где это захват экрана? Захват экрана. Опа, поехали. Окей. Немножко увеличим. Все вживую, чтобы было. Значит, есть контакт. Что нам надо? Нам надо, во-первых, нам надо звуки, запись. Нужен наш микрофон, который выглядит вот таким образом. Свойства, уровни. По умолчанию он здесь стоит на 100%, и он фонит. Это надо снять. Я дотянул до 70%. В принципе, что я у себя слышал в наушниках, меня устроило. Возможно, на вывод это будет по-другому. Мы изменим. Если это будет по-другому, на монтаже все будет слышно. Ок, это закрываем. Берем ОБС-ку. Фильтры. Усиление, потому что он тихий. Усиление мы немного добавили. Совсем чуть-чуть, 3,6. И добавили шумоподавление, минус 32. Ну и все, и звук стал таким, как вы слышите. Может быть, потом дальше мы вернем нектар какой-нибудь, и будет порядок. В принципе, вот это все, что вам могу сказать. Могу сказать, что на свои деньги, если у вас есть прямые ручки и растут они не оттуда, куда вставляется карандаш в точилку, видели, да, эту точилку, то можно брать. Если руки совсем не откуда, то я советовал бы вам брать другой микрофон. Ну а если вы умеете прикрутить лишнюю гайку и вам не лень сходить купить 3-4 стяжки, то он может быть. А потом мы еще попробуем постримить с этого микрофона. Так что, в принципе, все. Жду вас. Жмякайте бубенчик. Подписка. Все движухи. Все. Всем удачи. Bye.